Ну, опыт нашей работы за последний год показывает, что в результате осуществления этих мероприятий возникает ряд существенных проблем, которые мы постараемся решить, наверное, на сегодняшнем круглом столе свои рекомендации давать. Одна из них – это установление возможности установки прибора учета в многоквартирном доме. То есть у всех сторон возникают разные мнения. Ресурс окружающей организации, комитет городского хозяйства, министерство. По нашим с комитетом городского хозяйства подсчетам необходимо было установить более 1000 приборов. Остановились на том, что отвечает всем требованиям этого закона только 186 домов. Здесь мы предлагали вот на круглом столе решить вопрос, кто все-таки должен определить конечную такую возможность установки этих приборов, учета какая организация. Мы предлагали личную инспекцию. В этом. Следующая проблема, которая необходимо, наверное, сегодня озвучить, это требования к оснащенности приборов учета. Мы чувствуем, что многие собственники, когда дело дошло до того, что прибор устанавливает ресурсоснабжающая организация, жалуются на высокую стоимость приборов учета. Ну, тут понятно желание ресурсоснабжающих организаций оснастить как можно более современными приборами учета с возможностью дистанционного снятия показаний и так далее. В этой связи вызывает тоже вопросы о том, что на сегодняшний день действуют два нормативных документа. Это правила учета тепловой энергии теплоносителя, разработанные еще в 1995 году. И в конце 2003 года вышли новые правила коммерческого учета. В отдельных положениях они противоречат друг другу. Поэтому мы ждем сейчас разъяснения. Методические указания должны выработать Минстрой России о том, как применять эти правила. Здесь увидим разночтение в том, кто, какой состав комиссии должен определять порядок ввода приборов учета в эксплуатацию. Ну и наиболее значительные, конечно, нарекания со стороны пользователей и жильцов вызывает процедура начисления оплаты за общедомовые нужды, исходя из пропорциональной площади занимаемых помещений.